Не только мыть, но и дезинфицировать. В связи с угрозой распространения коронавируса управляющие компании ТСЖ обязали не только мыть подъезды жилых домов, но и проводить их дезинфекцию. Контролируют качество уборки городская администрация. Ежедневно ее сотрудники проводят фотофиксацию качества уборки. Кроме этого, в выездном формате сити-менеджер Андрей Шохин проверяет работу управляющих компаний по дезинфекции и санитарной уборке нежилых помещений многоквартирных жилых домов. В доме номер 3Б на улице Комиссарова обработка проводится ежедневно. Ее график вывешивают на подъездах. За полчаса до процедуры и полчаса после жители просят не выходить из дома. Обрабатывают все – лестничные пролеты, лифты и входные группы. Обслуживает дом управляющая компания МУБЖРЭП. У нас график составлен, то есть можно посмотреть его. Каждый подъезд в свое время обрабатывает, скажет. Вот сегодня мы обрабатываем в среднем 10 тысяч квадратных метров. Вот сегодня 11 домов мы обработали. Вот эти два больших напоследок оставили. С утра начинаем работать. Своими силами управляющая компания проводит протирку дверей и домофонов, а для орошения дезсредствами компания наняла подрядчика. Сити-менеджер высоко оценил усилия управляющих организаций. Ежедневная дезинфекция станет большой помощью в борьбе с коронавирусом. Напомню, сейчас силами муниципалитета во Владимире обрабатывается общественный транспорт, остановки, тротуары и общественные площадки. Мы начинаем обрабатывать площади перед нашими промышленными предприятиями, те, кому разрешено работать в условиях, которые обозначил у нас президент страны. И мы вот обработали сегодня электроприбор, сейчас будем обрабатывать другие, где приходят люди на работу. А контроль за качеством дезинфекции со стороны администрации города продолжится. Ознакомиться с графиками дезинфекции жители города могут на сайте администрации областного центра, либо на сайтах управляющих компаний.